Это канал Таллинга. Приветствую вас! Приветствую вас, дорогие друзья, в моем новом влоге. Нашей дорогой, любимой Юрмале 11 ноября 2024 года исполняется ровно 65 лет. По опросу жителей, многие думают, что Юрмале намного больше лет. И это правда. Лишь 65 лет назад три региона объединились в один большой город. Это Слока, Каугури и Рижское Взморье. Приезжайте в Юрмалу отпраздновать это событие. А у меня появилось новое хобби. Я обожаю гулять после шторма и делать интересные находки. Это ракушки, дерево, интересные коряги. Это увлечение у меня уже появилось на Крите. И сейчас в моей коллекции несколько интересных экземпляров. Потихоньку коллекция растет. Ну а нас продолжает радовать осень. Вот уже прилетели синички. Будем придумывать им кормушку. Это мама. Получила я первую зарплату. Убийственное состояние. В общем, ищу другую работу, как и говорила. Вот. Или подработка. Если с подработкой ничего не выйдет, то, конечно, ну, вот в первой жизни, если честно, я сталкиваюсь с тем, что, ну, знаете, иногда это хотя бы завуалировано. Лапша на уши, я имею в виду, да? Устраивает, потому что ты же привыкаешь к новому месту, к любимым людям, новой работе, изучаешь что-то новое. И хочешь не хочешь, как бы любая смена вот этой обстановки, а самое главное не даже обстановки, а режима дня, как я сейчас прочитала, да, то есть это определенного рода стресс для организма. Ну вот, и когда ты все время меняешь работу, то есть организм не успел, как сказать, привыкнуть к одному графику, а другой, ну там, ну как бы, я сейчас не жалуюсь, просто рассказываю вам. Но что остается неизменным, это заход утром в любимую пекерею. Без этого никак. Цены кусаются здесь, но я ей не хочу изменять. Настроение сразу поднимается.
вторую планируемую работу, на подработку. Два раза в неделю я хочу устроиться. Мне повезло. В нашем же центре, в спортивном клубе, нужен администратор. Сегодня я еду посмотреть на их, как сказать, темп и так далее работы. И, возможно, я буду работать администратором в этом спортивном клубе. То есть у меня все время как бы усталые глаза, да? То есть я все время хочу, знаете, как... У меня все время слезаться, мне немножко надо даже прищуриваться. А иногда, знаете, это как будто вот как при аллергии бывает, да? Может быть, кто-то из вас медик... Я бы с удовольствием послушала вашу консультацию. Ну, то есть мой организм, он устает. И еще в клинике 2 дня, и останется 2 только выходных дня. Ну, как бы это тоже очень, очень-очень так трудно, так скажем, будет, наверное, мне. Это просто, чтобы... Какой-то хоть немножечко достаток себе, хоть немножечко, хоть к минимальной приблизиться к зарплате, представляете? Пипец. Именно поэтому я поехала и посетила рынок вакансий, или ваканшутиргус, как называется по-латвийски. Он проходит раз в год, в этот раз проходил недалеко от Мукусалас. Довольно много работодателей, с кем можно было встретиться, переговорить, и много посетителей. Вообще здорово, мне понравилось. Но если честно, хочется уже сдаться и работать за копейки, и просто жить, считая зарплату. Сколько можно прыгать? Хорошо, что у меня есть мечта. Мечта, которую я обязательно осуществлю. Мой личный бизнес. Быть человеком без мечты очень тяжело. А мечта греет, она целеустремляет, она продолжает вашу энергию жизни. Еще у меня есть канал и вы, и это здорово. Ваши замечательные комментарии, ваши добрые слова и пожелания. И я вам желаю всего того, что вы желаете мне. Всех благ, которые человек может получить, и самое главное из них – это здоровье. А материальное, ребята, приложится. Главное – ясно понимать, что мы в этой жизни хотим. Большое отступление от лирики. Мы рады за ваше счастье, но не засирайте ни свою, ни чужую страну или город. Латвия к этому пока не привыкла, и дай бог никогда не привыкнет. Ну вот почти все деревья скинули свою листву. Ну еще дубок остался и некоторые клёны. Так уже стадия осени. Еще радует нас. Скоро дворники спокойно вдохнут. Но зато начнется зима, будет снег. Мое любимое дерево – это сосна. Почему? Нет, не потому, что вечно зеленая, хотя и поэтому тоже.
Нет, не потому, что запах у нее всегда невероятный у сосны. А потому что вижу в кадре сосну, или я рисую вот простой пейзаж, как там только появляется сосна, это ощущение дома. Да, такой кайф. Ель я тоже люблю, но ель как-то немножко депрессивная для меня. Ленечка, поздравляю тебя с днем рождения, мое солнышко. Чтобы тебе здоровье было много-много крепкого. Чтобы ты рос у меня веселенький, счастливенький. И Теодорик тоже, да? И ты тоже. Я вас обоих поздравляю с тем, что вы друг у друга есть. А я есть у вас. А, ты как? Да? Хроня пола, кекала. Три хроня гапиму, сагапао поли. Исе трелос, ала ангелос му. Happy birthday to you. А на десерт у нас была сгущенка. Но так как Теодор ничего не подарил и ничего не сказал в поздравление, Леня был обижен. Сгущеночка тут у нас. Все, молодец. Все, дай Теодорчику. Дай Теодорчику сгущенку. Дай Теодорчику. Леня. Сгущеночку дай Теодорчику. Молодец. Теодорик. Я его держу. Сгущеночка. Алене понравилась сгущеночка, да? Ай, вкусная сгущеночка. Кушай, Тодорчик, кушай. Кушай. Кушай, Бусечка, кушай. Кушай, мой хороший. Лене и сгущенка. Картина Репина. Косточка, Лёня, жаба. Дорогие друзья, вы можете не переживать. Конечно, я не кормлю их каждый день колбасой и сгущенкой. Они у меня едят собачий корм. Но это был день рождения. Да, можно. Мои девочки. Девочки. И мальчики. Всем приветики, приветики. Светики. Сейчас у нас пятница, но у меня сегодня выходной, а завтра у меня как раз рабочий день. Вот, еду сейчас я в Булдере в большой магазин, потому что хорошо, что там есть динозоу, у меня собак закончился корм. Наконец-то я выспалась, чувствую себя хорошо и много сегодня училась, вчера вечером много полезного сделала. Это мой замок. Еще не все листья упали с деревьев, а в магазинах уже появились новогодние игрушки и украшения. Это правильно. У нас лишь всего 2 месяца, чтобы закупиться подарками и продумать все наперед. Также и я купила уже открытки, которые нужно отослать. Ведь в Канаду идет почти 1 месяц. А так хочется сделать своим родным и близким, несмотря на то, что мы живем далеко или близко, приятное. А вы отсылаете открытки своим родственникам или друзьям? Давайте сделаем экшен. В этом году обязательно отправьте. Не по электронной почте, а по почте нашей. Еще для меня приближение зимы – это то, что начинается соревнование по санному спорту в Сигулде. А еще для меня в это промозглое время воспоминания о папе. Всегда хочется сварить какао, какое варил он.
Это так вкусно и согревает душу. Хочется посмотреть фильмы моего детства. Аленушка, Иванушка. Добрый день, дорогие друзья. Еще раз хочу поблагодарить вас всех, кто принимает участие в конкурсе и кто также внес свою материальную помощь для того, чтобы я поехала в ту страну, которую вы выберете. Спасибо. И интересный факт открылся. Это вот говорит о том, что вот насколько я редко использую все эти возможности, сайты, даже в них, оказывается, ничего не понимаю. Дело в том, что вот этот Donation Alerts, это сайт, который у меня указан для помощи каналу, вот, оказывается, он не работает так, как мне казалось, потому что я смотрела других блогеров, у них тоже стоял этот канал на помощь. Вот, и сейчас временно, потому что я уже написала службу поддержки, уже начинает разбираться. Дело в том, что я смотрю, что у меня заблокирована сумма. То есть то, что вы мне перечисляли, сейчас на данный момент это 97 евро. 97, это вообще, я не знаю, можно, как говорится, разжиться, вот, и поехать в любую страну мира, вот, но это не важно, это классно, огромное спасибо всем, вот, но пока я вытащить эти деньги не могу, там в течение суток, как только деньги приходят, они должны сразу перечисляться на ваш счет, вот такая система у вот этого Donation Alert, мне почему-то не уходили вот эти деньги, то есть я вижу, что они от вас приходят, я вижу, от кого они приходят, деньги не уходят. Оказалось, что вот этот сайт используют для сбора и помощи там, не знаю, каналам и донатят, да, именно только на стримах, это когда идет вот этот вот прямой эфир. То есть на прямых эфирах люди могут вносить вот эти вот деньги, да, там, и тогда как бы, ну, это все нормально. А так они перестраховываются, чтобы не было каких-то мошеннических действий. Вот. И они блокируют до рассмотрения, до 3 месяцев. Вот. Я уже, как уже говорила, я написала службу поддержки. Очень надеюсь, что мне ответят и так далее. Но, во всяком случае, я к тому, что на данный момент, конечно, не стоит перечислять через Donation Alerts, потому что я боюсь, что опять заблокируют ваши деньги, и они мне не дойдут. То есть будем искать какой-то другой способ. Скорее всего, это будет PayPal. И через PayPal можно напрямую на счет перечислить мне деньги. Как только деньги, значит, мне придут на счет, я обязательно каждому об этом извещу, честно. Один запрос был опять на Таллин. Вот. Один запрос был, по-моему, опять на Минск. Вот. Ну, то есть все равно Таллин лидирует. Поэтому, ребята, ждите меня в Таллине. Но пока не могу сказать вас когда. Но уже начала смотреть, что там можно посмотреть за один день. Уже начала смотреть, чем поехать или полететь. И какой маршрут разработать. Хотя времени у меня очень-очень-очень мало. Но это вызывает во мне азарт. Еще интересная такая новость. Просто так поделюсь с вами. Ну, просто интересно. Я никогда не использовала искусственный интеллект. А сейчас мне интересно. И есть некоторые моменты. И чтобы не рыться, знаете, вот в интернете. Долго-долго-долго. Оказывается, при помощи искусственного интеллекта. То, что дает Google, раз в 100 больше, быстрее, качественнее дает искусственный интеллект. Вот. Причем он еще и проговаривает. И... В общем, здорово. Но я, значит, загрузила именно GPT. Но там, естественно, есть платная версия, есть бесплатная. И бесплатная версия, она дает буквально, ну, где-то 4 сообщения тебе. Ну, то есть ты можешь написать 4 запроса. И сейчас я расцениваю сайт GPT, да, искусственный интеллект помощи, да, как некую золотую рыбку. Знаете, почему? Потому что
Вот у тебя есть только 4 возможности. 4 задать четкий, правильный вопрос. То есть не писать какой-то лишь бы, да? А именно обдумать свой вопрос, чтобы получить качественный, быстрый и такой всеобъемлющий ответ. И у тебя есть в день только 4 такие возможности. Конечно, если ты хочешь в неделю платить 8-9 евро, то у тебя будут вообще безограниченные возможности, начиная от визуализаций разных и прочее. Вот такие вот интересные у меня. И новости. На этом все, друзья мои. Подписывайтесь, ставьте лайки. Жду вас в следующем влоге.